Вы смотрите обзор товара ковш черпак дубовый, 0,5 литров. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Для бани нужны деревянные ковши. Для их изготовления идеально подходит древесина дуба, прочная и устойчивая к влажности и температуре. Важно и то, что дубовая древесина обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Причем эти свойства приобретает и вода, которая настаивается в дубовой емкости. А значит, ковши из дуба сделают парные процедуры еще более полезными. Объем дубовых ковшей – 0,5 и 1 литр. Этими ковшами удобно набирать воду, можно использовать их и для обливания. Можно купить для бани несколько ковшей, особенно если вы привыкли наслаждаться парной с семьей или друзьями. Дубовые ковши изготовлены по бандарной технологии и стянуты стальными обручами. Это исключает рассыхание и увеличивает срок службы ковшей. Каждый из ковшей снабжен длинной ручкой. Пользоваться ими удобно и безопасно. Словом, ковш из дуба – практичный, в то же время, стильный банный атрибут. И если уж комфорт состоит из мелочей, то банный ковш – именно та мелочь, пренебрегать которой не стоит. Материал дуб. Характеристики. Высота 10 см. Длина 37 см. Ширина 13 см. Масса 1 кг. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.